Два часа я читал комментарии. Ну, правда, мне жена помогала, ё-моё, я же это все-таки приезжий. Ах. Я вон что хочу сказать. Всем очень большое благодарю всем за те теплые слова, которые вы мне пишете. Вот честно, вот честное слово, очень-очень от души прям. Очень большое спасибо за те теплые слова. Храни вас Господь и вашу семью, и чтобы ваша жизнь была так, как вы хотите. И те нюансы остались в том году. Правда, очень приятно было. Часа два мы читали, короче говоря. Очень большое спасибо за те теплые слова. Очень ценю. И искренне желаю вам, искренне, прям вот от души, чтобы у вас в вашей жизни были только процветание, только вот, вот все только хорошее, вот реально, за те теплые слова спасибо, очень большое, мне приятно это было слышать. Остальные нюансы, друзья, главное, чтобы мы были здоровы, на самом деле, остальное это нюансы решаемые, это и финансово, это решаемо, поверьте, у меня времена у нас были такие, что многим даже не приснится, это все вопрос времени, это нас испытывает, и все нормально. Это все пройдет, поверьте. Главное, никогда не сдаваться. Терпение, друзья, терпение. И все будет ништяк. Отвечаю, вот я вам серьезно говорю. Это все вопрос времени. Это все нюансы. Тут проблем нет. Человек живой, проблем нет. Все нюансы. Нюансы. И дай Бог вам здоровья и терпения, чтобы вы пережили эти все нюансы. И все будет ништяк. Все будет ништяк. А если есть человек, который вот рядом с вами и поддержит, цените этих людей. Всем добра, берегите себя и своих близких.